Санта-Фе очень интересный автомобиль. Он радикально поменялся по сравнению с предшественником. Он совершенно иначе выглядит. Он, я бы так сказал, повзрослел. Но при этом у него такие появились нотки лоска. Да? То есть он не просто вот кроссовер, а такой кроссовер с претензией. Это же подтверждается и его салоном, этой большой электронной приборной панелью. Опять же, сам дизайн салона очень поменялся, и он стал гораздо интересней. Ну и по ходовым качествам, конечно, Санта-Фе очень, очень хорош, в том числе на бездорожье, и интересная машина. Я думаю, что у него достаточно много шансов на победу, потому что действительно машина очень, очень собранная, очень сбалансированная. И я думаю, что все-таки решающим фактором на нашем рынке является соотношение цена-качество. Я думаю, что в этом сегменте он один из лучших. Hyundai Santa Fe, якщо порівняти його із Peugeot 5008, із Land Cruiser Prado, він динамічніше. У нього краща керованість, тобто гострота реакції у нього краще. У нього незвична така сучасна зовнішність. А взагалі-то салон дуже симпатичний і інтер'єр також дуже симпатичний. Чем нравится Hyundai Santa Fe? Хороший тяговитый двигатель, турбодизель. Нравится то, что довольно тихая машина. В целом реально все складывается вот в сторону, что это просто большая, классная семейная машина. В подобном классе есть, там, например, большая машина, это Mazda CX-9. Жрет очень много, но едет классно. То есть, если вот не с таким подходом идете за машиной, а идете именно как покупать семейную машину, то Санта-Фе реально оправдан, потому что он комфортный, уверенный, большой, просторный, экономичный мотор, который тянет всегда, который будет тянуть, даже когда загружена машина и так далее. То есть семейная машина? Да, семейная машина. Может ли она поехать по грязи, по песку? Ну, в тех рамках, которые нужны для кроссовера семейного, да, может. Если сравнивать с каким-нибудь Land Cruiser Prado, нет, не может так. Но от Santa Fe, наверное, этого никто и не будет требовать. Сможет ли она выехать из вашего там из двора вашего дома, где снегом закидала? Да, сможет. Сможет ли она проехать какую-то грунтовку, когда вы едете на песок? Проехать какую-то грунтовку и песок, когда вы едете на полянку, на пикник? Да, сможет. Поэтому, в принципе, вот если вы подходите к покупке машины как практичной, большой, вместительной, хорошей машины для семьи, то Santa Fe сейчас, да, это претендент.